Всем привет! Мы продолжаем заниматься машинным обучением, а именно мы продолжаем заниматься вероятностными моделями. И в частности мы продолжаем заниматься этим самым. Мы продолжаем заниматься приближенным байесовским выводом. И в рамках этого самого приближенного байесовского вывода я хотел сегодня продолжить разговор о методах Марков-Чейн Монте-Карло. И кроме того, я хотел начать разговор о вариационных приближениях. Но сегодня у нас такое полуразвлекательное занятие. Ну как развлекательное, на самом деле будет довольно жестко, может быть. Но, по крайней мере, я надеюсь, что тема будет интересная, по крайней мере, в первой части. Потому что я хотел разобрать довольно детально один довольно сложный пример. Пример модели, которая имеет некоторый практический смысл, и которая не просто имеет некоторый практический смысл, а в которой, боже мой, в которой пригождаются методы сэмплирования. Те, которые мы в прошлый раз обсуждали, а именно методы Марков-Чейн Монте-Карло сэмплирования, а именно сэмплирование по гипсу. Но давайте, значит, мы это дело обсудим. Вот, я вам сейчас и теоретически этот пример постараюсь достаточно подробно изложить, и на практике тоже у меня есть какой-то код, который я готов показать. То есть это все будет, я надеюсь, достаточно интересно. И давайте посмотрим, как оно в реальности получится. Значит, о какой модели идет разговор? Вот о чем я вообще? Я хотел вам рассказать о так называемых SIR-моделях. SIR. И SIR это значит susceptible infected recovered. Как вы можете видеть уже из этого заголовка, речь идет про какие-то болезни. Вот. Ну и на самом деле SIR модели это типичный пример. И, ну, я, естественно, буду рассматривать в самом простом варианте их. А вообще, это типичный пример такой вот эпидемиологической модели, которую, в принципе, вполне можно было бы пытаться применять и для нашего с вами любимого коронавируса, в котором мы живем сейчас. Но конкретно самую простую модель SIR, наверное, трудно будет применить, но я вам объясню, чем трудно и что нужно, что можно пытаться сделать для того, чтобы это дело как-то улучшать. Вот, значит, в чем здесь идея? Вот в чем идея всех этих моделей? На самом деле идея супер простая. Вот SIR, Susceptible Infected Recovered, это три состояния, через которые могут проходить объекты в модели. А объекты в модели — это люди, которые могут время от времени чем-то заражаться и потом излечиваться. То есть, грубо говоря, вот это такой типичный путь, который проходит каждый человек в модели. То есть давайте у нас будет какое-то множество людей x1, xn. И вот каждый из них постепенно, ну, может быть, проходит, может быть, нет, но вот идет слева направо по вот этой марковской цепи. Ну,
условно марковской, сейчас я расскажу, как он это делает, идет по вот этой марковской цепи. То есть сначала все начинают в состоянии S. S — это значит пока еще здоров, но susceptible, то есть подвержен инфицированию. Соответственно, ну, может быть, там кто-то начинает в состоянии I, ну, чтобы болезнь как-то пришла, да, вот в это сообщество. Соответственно, потом люди, которые доступны для инфицирования, постепенно заражаются, зараженные заражают новых людей, и, кроме того, зараженные еще умеют излечиваться. Ну, или не излечиваться, но, в общем, переходить в некоторое состояние, из которого они уже других людей заражать не способны. И сами заражаться не способны. Тут давайте для простоты предположим, что повторных заражений не бывает. И значит, после того, как ты переболел, у тебя появляется иммунитет. Соответственно, вот такие три состояния у каждого икса могут быть. И давайте тоже для простоты я буду считать, что у меня дискретное время, вот там вот ось времени, начинается, там, например, с нуля, потом 1, 2, 3 и так далее. И то есть в каждый момент времени t у меня каждый из иксов находится в некотором состоянии. И давайте я сразу введу за одной глобальной статистики. В каждый момент времени t у меня будет вот s с индексом t. Это число, давайте как это написать, число иксов, которые находятся в состоянии s. И с индексом t это число иксов, которые сейчас болеют. Ну и, соответственно, r с индексом t это число иксов, которые на данный момент уже вылечились. Ну, соответственно, их сумма всегда равна n большой. Да? Каждый человек находится в одном из этих трех состояний. Вот, но на самом деле иксы, вот эти состояния, значит, людей для нас неизвестны. Вот в чем основной как бы пафос, почему это скрытая марковская модель, и точнее, почему это усложнение именно скрытой марковской модели, и в чем вообще сложность. Вот первая сложность в том, что на самом деле для непосредственного измерения в состоянии иксов нам недоступны. Ну, они были, предположим, это там дни идут, они были бы доступны, если бы мы каждый день тестировали каждого человека на коронавирус и мгновенно получали бы результат. Это, конечно, не очень практично. Соответственно, что нам на самом деле доступно? Нам в каждый момент времени, вот в каждый момент времени t, доступно наблюдаемое yTt. И yTt это типа число, даже не буду писать там какую-то формулу, это типа число зарегистрированных больных. То есть число людей, которые не просто заразились коронавирусом, а которые получили позитивный тест, и типа мы знаем, что они больны. Вот. Соответственно, откуда берутся эти игреки? Ну, опять же, значит, ладно, давайте не откуда берутся эти игреки, а давайте я теперь введу параметры модели, и когда пока объясняю параметры модели, будет понятно, откуда игреки берутся. Какие параметры у модели? Ну, давайте их назовем там тета. Как обычно, тета состоит из таких вот чисел. Бета, мю, ро и вектор пи. Значит, ну, давайте я их объясню. Вектор пи – это начальное распределение заболевших. То есть, ну, типа, там, вероятность того, что x-итый инфицирован, равна пи-итому, это вектор, что x-итый инфицирован в момент времени 0. Давайте лучше с единицы. Мне будет, наверное, удобнее с единицы. 1, 2, 3, 4. Вероятность того, что в момент времени 1 x-итый инфицирован, равна пи-итая.
А, соответственно, вероятность того, что x и момент времени 1 нет, еще не инфицирован, равна 1 минус пи это, а выздороветь в первый момент времени, в начале времен, еще никто не мог. Вот это, то есть пи это начальное распределение. Ро это как раз вероятность обнаружить больного. То есть ро это вероятность того, что x, житый там, в момент времени t, зарегистрирован при условии, конечно, что он действительно болен. Не из всей популяции, а при условии, что он действительно болен. Вот эта вероятность равна ро. Соответственно, вот что такое распределение p, что за распределение у y от этого? Это, соответственно, биномиальное распределение от и от этого с вероятностью ρ. Да, то есть мы в каждый момент времени t у нас есть и тт больных, и мы кидаем, соответственно, и тт монеток, и с вероятностью ρ каждая из них падает решкой там, или орлом, и, соответственно, с этой вероятностью человек попадает в число зарегистрированных больных. Но обратите внимание, тут немножко, конечно, не очень реалистичное упрощение сделано. В реальности лучше было бы сделать так, что если мы один раз человека зарегистрировали как больного, то, конечно, с тех пор он продолжает оставаться зарегистрированным больным, пока не поправится. Но ладно, это на самом деле не так уж принципиально. Вот, то есть, пускай каждый день заново мы, значит, регистрируем какую-то долю зараженных как больных. Дальше. Значит, что такое μ? μ – это вероятность поправиться. То есть это вероятность того, что x, житое в следующий момент времени, будет r при условии, что x, житое в данный момент времени, это что в данный момент времени этот человек инфицирован. Зачем я пишу «принадлежит»? Давайте не принадлежит, а все-таки и s и t это вот значение состояния. Давайте я буду писать равно. Значит, x, что x житое t плюс 1 равно r, то есть человек выздоровел в t плюс 1 момент времени при условии, что в t момент времени он болел. Ну, для простоты будем считать, что эта вероятность константная и равна μ. И вот это тоже один из параметров модели. И остался самый интересный параметр. Значит, самый интересный параметр – это бета. И бета – это… Давайте я не буду пытаться писать формулу, потом сейчас чуть ниже напишу. Бета – это вероятность заразиться от одного больного. То есть, что это значит, какое на самом деле предположение мы делаем? На самом деле, предположение такое. Вот в момент времени, значит, что значит заразиться, это речь про то, с какой вероятностью x житый в момент времени t плюс 1 окажется зараженным при условии, что в момент времени t он еще не был заражен, да? И вот к чему равна эта вероятность? Смотрите, мы предполагаем здесь, в этой в самом простом варианте этой модели, мы предполагаем, что типа это какое-то такое замкнутое сообщество, все люди в нем контактируют друг с другом, и, соответственно, от каждого из вот этих вот людей есть возможность заразиться с вероятностью бета. Да? То есть, есть возможность заразиться с вероятностью бета. То есть, ну, тут, да, на самом деле, лучше бы я наоборот написал. В общем, вероятность не заразиться получается 1 минус бета. Да, и все это независимо. Соответственно, вероятность не заразиться получается 1 минус бета в степени и тета. Ну и, соответственно, вероятность заразиться это 1 минус бета в степени и тета.
То есть p от xgt плюс 1 равно s при условии xgt равно s. Это, соответственно, просто 1 минус бета в степени и тет. Стоило, наверное, с этого начать. Вот, то есть, смотрите, вот я полностью описал модель, дальше я буду пытаться как-то объяснять, что там к чему. Как делается вывод, как это все моделировать, какое правдоподобие. Но вот в этот самый момент времени... и я, конечно, теоретически должен был бы сказать, там, и тета не считая житого, да, и тета не считая житого. Но в данном случае это не принципиально, потому что мы рассматриваем при условии того, что x житый в этот момент времени не мог добавлять единичку в число i. Вот, так что неважно тут с этим индексом или нет, но в будущем этот индекс нам понадобится, конечно. Вот, то есть смотрите, сейчас мы будем делать вывод на этой модели, сейчас мы будем понимать, чем она отличается от обычной марковской цепи и как это все работает. Но сначала давайте вот посмотрим на то, какие тут предположения делаются, насколько это вообще реалистично и как бы это выглядело в жизни. Вот я, конечно, вам рассказываю сейчас самый-самый простой вариант таких моделей. Но то, что я вам сейчас рассказываю, на самом деле не так уж трудно обобщить уже на гораздо более реалистичный вариант. И в какую сторону тут может этот реализм двигаться? То есть что здесь можно менять? Ну, во-первых, давайте вот каким-нибудь другим цветом буду это выделять. Во-первых, вот можно от дискретного времени переходить к непрерывному. Это, значит, первое такое вот как бы расширение, да. Это значит, что теперь вместо, например, вероятности заразиться при переходе из состояния t в состояние t плюс 1, у меня получается какая-то, знаете, такая непрерывная скорость заражения, которая пропорциональна и текущему числу зараженных, и как бы получается, что на самом деле число зараженных там удовлетворяет не вот таким соотношением, а удовлетворяет каким-то там дифуром. Она там как-то вот в непрерывном времени эволюционирует, какая-то динамическая система получается. И точно так же про выздоровление тоже. Типа каждый зараженный выздоравливает с какой-то там скоростью мю. И это звучит прям суперсложно, суперстрашно. Но на самом деле не супер это сложно и не суперстрашно. Просто все то, что мы будем делать в дискретном времени, там вместо... там будут некоторые тонкости. Сейчас я вам буду рассказывать про то, как это делать, и буду упоминать, где там возникают тонкости в непрерывном времени. Но на самом деле это не супер принципиальное усложнение. То есть все алгоритмы остаются примерно такими же, ну, может быть, немножко хитрее все становится. Но в принципе остаются такими же. То есть это первое замечание и первое потенциальное расширение. А второе потенциальное расширение, ну, даже такая группа расширений, более сложных, наверное, которые требуют каких-то дополнительных знаний, дополнительных предположений, это вот эта вот история. То есть вторая группа расширений — это добавлять какую-нибудь модель заражения. В чем идея? Идея в том, что все-таки то, что я сейчас рассказываю, это очень уж упрощенный взгляд на жизнь. Да? Это такой взгляд, при котором, смотрите, мы предполагаем, что каждый общается с каждым, каждый может заразиться от каждого, и все это происходит там с постоянным коэффициентом бета. То есть, это, конечно, нереалистично. То есть, конечно, мы не можем
да, вот сейчас мы сделаем вывод и все такое, но мы, конечно, не сможем из этого извлечь, например, там, моделирование, не знаю, распространения коронавируса в России, подставив в качестве N большое 150 миллионов. Ну, конечно, так не будет работать. То есть в жизни вот взаимодействие между людьми и потенциальные заражения, они гораздо сложнее. И есть целая большая наука про то, как попытаться промоделировать, а от скольки же человек ты можешь заразиться, от скольки человек, в свою очередь, те могут заразиться, как там они друг с другом контактируют, там получаются какие-то графы, сети контактов между людьми, и по этим графам может начать распространяться заражение, то, что там с какими-то вероятностями и так далее. Но на самом деле базовые SIR-модели это все не имеет никакого отношения. То есть это все влияет вот на эту конкретную формулу, да. И окей, у нас предположим, что будет какая-то внешняя очень сложная модель, которая эту формулу слегка изменит. Пусть изменит. Главное, что мы можем это посчитать. Предположим, что эта формула будет там зависеть от G, то есть для разных людей она будет разной, зависеть от T и так далее, и так далее. Но, как мы увидим в процессе вывода, это все на самом деле не супер принципиально. То есть даже если здесь появится что-то существенно более сложное, вывод тем же самым сэмплированием по гипсу, который я вам расскажу, мы сможем, в принципе, точно так же делать. Вот. Это второе, значит, потенциальное расширение. И есть еще третье потенциальное расширение. Третье потенциальное расширение. Короче, вот часто рассматривают не SIR-модели, а так называемые SEIR-модели, в которых есть не только susceptible infected recovered, а есть еще четвертое промежуточное состояние. Я забыл, как и расшифровывается, если честно, никогда об этом особенно не рассказывал. Ну, в общем, это что-то вроде инкубационного периода. То есть, и это состояние, когда вы уже заражены, и вас по новой заражать уже не надо, не обязательно, но вы еще не заражаете других людей. То есть вот на распространение болезни еще не влияете. Ну, у многих инфекций такой период есть, и его тоже логично сюда, как четвертое состояние, добавить. От этого модель, конечно, изменится, но опять же не супер принципиально. То есть, в принципе, то, что я вам сейчас расскажу, варианты SIR-модели в дискретном времени с вот такой вот биномиальной моделью заражения и без всяких дополнительных состояний, это, в принципе, вот достаточно большое, ну, как бы это уже покрывает, в общем-то, достаточно большую часть происходящего, и какие-то расширения, ну, там, может быть, нужно будет немножко повозиться, но ничего такого радикально, принципиально сложного там уже нового не будет. Вот. В чем здесь, собственно, теперь давайте про эту модель, которую я описал, поговорим. Значит, в чем здесь, собственно, сложность, в чем здесь тонкость? Вот самая главная тонкость, самая главная сложность состоит в том, что вероятности перехода между состояниями зависят, вот как здесь, да, зависят от статистик этих состояний. Да? То есть вероятность перехода из состояния S там куда-нибудь зависит от того, сколько сейчас народу находится в состоянии E. Это печально. Это автоматически выводит нас за пределы той теории, которую мы развивали, например, для скрытых марковских моделей. Потому что если бы вот этого не было, то так-то это чистая скрытая марковская модель. Видите, у нас есть иксы. Там x1 переходит в x2, это вектор, давайте всех x будет, да, и так далее, переходит в xt, и так далее, переходит в xt большое,
И на каждом иксе мы, значит, в зависимости от этих скрытых состояний порождаем наблюдаемые. И смотрите, вот это порождение наблюдаемых, оно вполне укладывается в скрытые марковские модели. То есть здесь есть вот это распределение биномиальное, которое зависит от скрытых состояний иксов в момент времени t. Ну и ладно, и должно зависеть, все хорошо. И оно не зависит от состояния в другие моменты времени. Но вот подвох, из-за которого это все-таки нифига не скрытая марковская модель, заключается в том, что вот вероятности перехода между состояниями, они как раз, к сожалению, зависят от И. Да? То есть давайте я напишу условно вот эту матрицу А, да, так будет, наверное, понятнее. Это матрица вероятности перехода, да, вот состояние 3, S и R, S и R. Вот. И какие у нас вероятности перехода, смотрите. Вот. Это что ж такое? Побольше дам мест. Почему я стал черным? Ладно. Побольше дадим место. S и R. Так. Вот. Вот R, когда человек уже выздоровел или не выздоровел, это сток. То есть, когда мы сюда пришли, уже дальше никуда не переходим. Из состояния R никуда в другое место перейти невозможно. Значит, из состояния I можно перейти в состояние R с вероятностью mu. И можно, соответственно, с вероятностью 1 минус mu остаться в состоянии I. Обратно нельзя. А из S, вот видите, с вероятностью там 1 минус бета в степени I мы остаемся в состоянии S, а с вероятностью 1 минус 1 минус бета в степени I мы переходим дальше и заражаемся. Ну и сразу, не будучи больным, выздороветь не получится. Вот. Соответственно, вот такая у нас матрица перехода. Это матрица перехода не для всего вектора x, а для одного его компонента, да, для одного человека. Но, как видите, эта матрица перехода, она зависит от статистики других скрытых состояний в данный момент времени. И именно это приводит к беде. То есть теперь вот мы не можем просто взять и обучать это как скрытой марковской модели. Ну вот, давайте... Давайте, значит, двигаться дальше. Тем не менее, давайте попробуем сформулировать задачу, которая стоит перед нами в этой модели, в терминах, ну вот, привычных нам, да, то есть есть какие-то видимые переменные y. Какие здесь скрытые переменные? Ну, скрытые переменные — это, наверное, вот эти скрытые состояния x, наблюдаемые — это наблюдаемые y. И как бы чему равно общее правдоподобие совместное x и y при условии θ? Да, чему равно общее правдоподобие всех переменных моделей и видимых, и скрытых при условии всех параметров? Давайте попробуем это написать. Вот, смотрите. Значит, это что такое должно быть? Это должна быть вероятность породить наблюдаемые из этих скрытых состояний. Да? Ну, точнее, здесь даже не θ, здесь можно оставить только один параметр ρ. Умножить на p от x при условии θ. Да? Значит, а как порождаются скрытые состояния? Они порождаются последовательно. То есть p от x первое, давайте как-то лучше написать, вот так лучше, x вектор первое при условии p, это начальное состояние, на p от x второе при условии x первое, и бета и мю, ну и так далее, до p от x там, от этого, при условии x t минус первое, бета и мю. Да? Хорошо. Соответственно, чему равны вот эти
все вероятности. Давайте их прикинем. Ну, вот эту я оставлю. Она нас сейчас не очень беспокоит. Это просто вероятность породить. Ну, давайте я ее выпишу. Раз я сказал, что там пи – это обычное бросание монеты для каждого человека, ну, давайте я тогда так и напишу. Произведение по e от 1 до n. Пи и т в степени... Что я там пи и т назвал? Уже заражение. Да, пи и т в степени x и т первое равно и на 1 минус пи и т в степени x и т первое равно s. Вот это вероятность. А дальше. С какой вероятностью наблюдаемые порождаются? Ну, понятно, для каждого момента времени наблюдаемые порождаются независимо, поэтому это произведение по t от 1 до t большое. А здесь дальше должна быть плотность биномиального распределения, то есть c из и t этого по y t этому, да, биномиальный коэффициент, умножить на ρ в степени y тт и умножить на 1 минус ρ в степени что там и тт минус y тт. Обратите внимание, что если мы знаем x, то, конечно, мы знаем и все статистики, все там и тт и так далее, и это просто обычное биномиальное распределение. Ну и, соответственно, теперь вероятности переходов. Вероятности переходов. Это произведение теперь по t от 2 до t большого. Первое мы уже обработали. От 2 до t большого. Что тут нужно сделать? И нужно каждому x породить его новое состояние. То есть для каждого теперь x и, нет, у меня и было, да? Для каждого x от 1 до n нужно породить p от x и t t при условии всех остальных, кроме и того x, момент времени t минус 1 и параметров t, ну, эти параметры здесь это μ и β на самом деле. То есть вот эта вероятность, она берется вот из этой таблички. Вот эта вероятность. Вот, такие дела. То есть, что мы получили? Ну, мы получили некое правдоподобие, которое на самом деле выглядит не то чтобы радикально как-то сложно. Ну да, тут есть какие-то кейсы, но со состояний всего 3. А так, в принципе, все это выглядит как просто большое произведение. То есть все это выглядит как достаточно нехитрая, понятная модель, которую одно удовольствие было бы обучать. Но, к сожалению, конечно, жизнь устроена сложнее, как всегда это бывает. То есть эту модель действительно было бы нехитро обучить, если бы мы знали x и y. То есть если бы мы знали и не только наблюдаемое y, но и скрытое состояние x. Тогда действительно, если бы мы знали скрытое состояние x, мы бы просто собрали статистику, сколько раз там выпадал y из i на каждый момент времени, сколько раз там x переходили из одного состояния в другое, и из этого без проблем обучили бы вот эту матрицу вероятности переходов, и вот это все мы бы без проблем обучили. Но, видите, нам-то не это нужно. Нам нужно обучить, но если так совсем формально, то нам нужно даже построить апостериорное распределение p от t, но важно, что при условии не x, а при условии y. Ну и по теореме Байеса она пропорциональна p от t на p от y при условии t. То есть это на самом деле, смотрите, ну p от t, ладно, на интеграл вот этого L от
xy при условии тета dx. Да? То есть нам нужно, ну, L это и есть P, да, вот, P от xy при условии тета dx. То есть нам нужно на самом деле, это тоже лучше P написать, вот нам нужно на самом деле взять вот эту вот, вот это вот произведение и формально говоря реинтегрировать его по всем возможным последовательностям состояний x. И это прям беда. И это прям очень сложно. То есть таких последовательных состояний, таких траекторий разных для x, их очень много. И, ну как очень много? Для каждого x их, может, не очень много. Сколько возможных траекторий? Нам нужно выбрать сначала время, когда x этой заболел, а потом время, когда x этой поправился. То есть, типа, нам нужно выбрать время от 1 до t, и потом выбрать время от этого времени до опять до t. То есть, что-то такое околоквадратичное получается от t, типа t в квадрате делить там на 2. Но, но вот это вот t в квадрате примерно, ну, t на t минус 1 пополам, если быть точным, да, то есть вот этих пар, вот эту пару мы можем выбрать для каждого x по отдельности, а всего x of n. То есть получается, что это t в квадрате возводится в степень n. И вот этот интеграл, этот интеграл, точнее сказать, на самом деле, поскольку у нас все дискретное, то лучше будет написать сумма, сумма по всем возможным значениям x. Эта сумма, она, конечно, астрономически большая. И вот эту астрономически большую сумму нам надо как-то достаточно простым образом научиться обрабатывать. Вот. Чтобы это сделать, давайте перезапустим Zoom-конференцию, потому что время ее подходит к концу, осталась 1 минута. Пожалуйста, переприсоединитесь. Так, вроде бы все на месте. Давайте продолжать. Да. Значит, мы с вами обсудили то, как... Боже мой, что мы обсудили? Мы с вами обсудили то, как выглядит вот эта SIR-модель. Мы с вами обсудили, чем она отличается от обычных классических скрытых марковских моделей, которые мы с вами изучали. И мы с вами увидели, насколько тут сложная задача перед нами стоит. Надо типа просуммировать по всем иксам. Ну, что же делать? Что же делать? Здесь это типичный случай, когда может прийти на помощь, смотрите, может прийти на помощь как раз алгоритм алгоритма Монте-Карло сэмплирования, ну, если быть точным, алгоритм сэмплирования по Гибс. То есть, что мы на самом деле будем делать? Мы знаем, что наша задача проста. Если у нас есть все траектории, вот эти x, значит, все траектории всех людей, да, то есть у нас, то есть мы для каждого и знаем вот это вот x и t, то есть последовательность там x и t первое, x и t второе и так далее, x и t t. Да? Соответственно,
как может выглядеть алгоритм сэмплирования по гипсу в данном случае? На самом деле очень просто. Мы вот сейчас еще немножко постараемся и построим такие распределения, как сэмплировать x там житое, вот такую траекторию, а как ее сэмплировать при условии всех остальных иксов, кроме житого, да, и всех игреков, ну, давайте лучше это будет уже заглавный x, типа это матрица, да, то есть это все траектории всех остальных иксов, и при условии данных y, и при условии параметров θ. Вот. Вот если мы построим вот такую модель, то есть мы будем знать, как посэмплировать одну траекторию xj, зафиксировав все остальные, то дальше все будет достаточно просто. То есть дальше все будет как? Дальше... А как там дальше-то все будет? Как дальше все будет? Дальше мы будем последовательно... Боже мой, как все сложно. Дальше мы будем последовательно от 1 до n двигаться по вот этому циклу, пересэмплируя новую траекторию xj при условии всех остальных. А может быть, не от 1 до n, может быть, мы будем их случайно выбирать каждый раз и пересэмплировать. Ну, в общем, после того, как мы достаточно долго понакидываем таких траекторий, у нас вот эта марковская цепь, как мы в прошлый раз обсуждали, перемешается, и скрытые состояния действительно будут распределены по какой-нибудь по распределению, похожему на настоящее распределение P от X при условии Y и θ. То есть мы, типа, наша марковская цепь будет там сходиться к ее стационарным распределениям, будет распределение P от X при условии Y и θ. И мы ее покомпонентно, вот так, траектория за траекторией пересэмплируем и потихонечку сводимся к этому. И таким образом мы вот получим, как, мы так вот поделаем, и так же, как мы делали в любом MCMC методе, в любом Markov Chain Monte Carlo методе, точно так же мы безо всяких проблем, получим сэмпл из вот этого распределения. Ну и тогда мы этот сэмпл подставим сюда и используем для оценки вероятности модели пиро и бета, и мю. Вот. И так будем повторять этот процесс. Или, может быть, несколько возьмем сэмплов и на основе их статистик переоценим пи, мю, ро и бета. Ну, в общем, сделаем, как обычно, в MCMC сэмплера. Хорошо. Значит, соответственно, то, что нам нужно сделать для того, чтобы этот алгоритм устроить, нам нужно научиться сэмплировать xj при условии всех остальных там x-ов и y. Вот как бы нам это научиться делать? Смотрите. Если все остальные x-ы уже даны и зафиксированы, то для вот этого одного xj процесс действительно превращается в марковскую, в скрытую марковскую модель. Да? То есть процесс действительно превращается в такой, наш x житый с константными вероятностями переходит из одного состояния в другое и должен пройти слева направо, испуская правильные наблюдаемые в каждый момент времени. Значит, то есть по большому счету для одной траектории x житая, да, потому что его вероятности перехода, они зависят от И, но они зависят от И всех остальных людей. Да? То есть они зависят от И минус житое, да, от И, которое от числа зараженных среди всей остальной популяции, не считая его.
Поэтому, если вся эта остальная популяция зафиксирована, то у него есть просто в каждый момент времени константные вероятности перехода из одного состояния в другое. Но вот в чем здесь есть некоторый подвох? В том, что еще он должен по дороге порождать правильные наблюдаемые. То есть это не просто марковская цепь с такими вероятностями перехода, это марковская цепь с такими вероятностями перехода и еще вот наблюдаемость, открытая марковская модель, в которой мы знаем вероятности перехода между иксами, знаем вероятности порождения наблюдаемых, знаем сами наблюдаемые, но мы должны еще, но мы должны просэмплировать одну траекторию из вот этого вот, из вот этой вот скрытой марковской модели, просэмплировать траекторию икса слева направо. Как нам это делать? Давайте я это лучше отдельно расскажу, потому что мы на самом деле, когда обсуждали скрытые марковские модели, этого не обсуждали. А это интересно, это такой, это называется стохастический алгоритм Виттерби, то есть мы, это вариант алгоритма Виттерби, при котором мы не ищем максимум, не ищем x максимального правдоподобия, а сэмплируем x из распределения, но при условии y, обратите внимание. Значит, чем это отличается? То есть, что нужно сделать? Ну вот представим, что у нас есть скрытая марковская модель x1, x2, там и так далее, xt и так далее, xt большое, и тут каждый раз еще y1, y2, yt, yt большое. И смотрите, в чем фишка? А в чем фишка? Я хотел бы просто последовательно пройти слева направо, порождая состояние. Но я должен породить, вот, ну, например, я хочу породить там вот сначала p, найти p от x2 при условии x1. К сожалению, я должен не просто породить x2 при условии x1, а я должен породить x2 при условии x1 и всех y. То есть я не могу просто идти слева направо. Я должен как-то учесть все наблюдаемые. Ну, как бы в самом таком, чтобы немножко промотивировать, а зачем нам тут учитывать все y, я сейчас объясню. Для того, чтобы эта последовательность x была бы и в будущем тоже совместно с имеющимися y, понимаете? Ну, вот такой самый крайний случай. Здесь, например, такой. Представим, что мы в какой-то момент времени, ну, не знаю, вот представим, что в момент времени 2 у нас, скажем, 3 зараженных, вот там, и 2 равно 3, и y2 тоже равно 3, да? То есть, и представим себе, что и 2 без вот этого x, который нам нужно сейчас порождать, равно 2. Вот все остальные x, среди всех остальных x только 2 зараженных, а детектировали мы целых 3. Ну что это значит? Это значит, что тот x, который мы рассматриваем, обязательно должен заразиться на первом шаге, при переходе из первого во второе состояние. Иначе у нас просто не получится такой y породить никак. Но для того, чтобы понять, что мы должны соответствовать этому y, нам надо заглянуть вперед. И то же самое, это может случиться не на втором шаге, а там на последнем. То есть, и это, конечно, крайний случай, когда прям вероятность ноль, если мы неправильно сделаем. Но в любом случае, вот эти будущие y, они оказывают влияние на вероятности перехода между состояниями. Да? Соответственно, для того, чтобы устроить стохастический алгоритм Виттерби, нам придется делать вот что. Эх, что нам придется делать? Сейчас сообразим, что нам придется делать. Что нам придется делать? А что нам придется делать? Сейчас.
Значит, да, вот как работает стохастический алгоритм Виттербе? Смотрите. Мы будем делать два прохода по скрытой марковской модели. Один проход слева направо, потом будет второй проход справа налево. На проходе слева направо я буду считать вот такие вероятности. Q, там, T, G, S', S, где S' и S это состояние. А вообще эти вероятности это вот что. Это будут совместные вероятности. Смотрите, сейчас. Совместные вероятности того, что XGT TT равно S, XGT T минус первое равно S' при условии всех Y и всех остальных X и TT. Во. Подождите, а как я это посчитаю? Нет, так не получится. Сейчас, подождите. Ко. Подождите, ко. Подождите, ко. Или получится? Сейчас. А, не, нормально, нормально. Сейчас все получится. Значит, вот это будут вероятности при условии там всех y. И вот мы пройдем так слева направо, а потом... Ну ладно, давайте сначала слева направо. Значит, как можно вычислить вот эти состояния Q, G, S', S, T, T? Ну вот смотрите. Значит, сейчас сообразим. Ага, давайте. Минус G это, да, это все иксы, кроме житого. То есть это траектория всех остальных иксов, кроме их житого, которого мы сейчас сэмплируем. Соответственно, да, сейчас мы это разложим, подождите. Сейчас все получится. Надо сообразить. Значит, что мне нужно? Мне нужно P от XG T минус 1 равно S'. Значит, мы типа, что такое QG T S'? Это, лучше S'S. Так, как-то логичнее. S'S. Что такое QG T S'S? Это совместная вероятность того, что мы из состояния S' на предыдущем шаге перешли в состояние S на этом шаге, при условии всех наблюдаемых. Хорошо. Значит, как его посчитать? Ну, сначала я должен был породить предыдущее состояние. Да. Потом я должен был из этого состояния перейти в следующее. Да. Вот так. Сейчас. Что-то я пока не догоняю. Сейчас, извините, у меня какое-то есть тут подозрение у меня есть. Сейчас. X минус G, это. И потом. Нет, не потом. Все так. Что-то здесь не так. Сейчас, подождите. Может быть, мне нужно не... Может быть... Сейчас, извините, что-то я слегка запутался. Может быть, мне нужно не все-таки не все y, а только эти. Да нет, мне нужны все y.
Блин, почему же? Почему же так? Или может быть только y вплоть до этого? Если вплоть до этого, да, конечно, все легко. Тогда я дойду до конца, и у меня появится последнее. Может быть и так. Сейчас, давайте сообразим. Ну хорошо, давайте при условии не всех y, а при условии y вплоть до y, извините, сверху там 1, вплоть до y тетого, вот так. И тут, соответственно, там x минус g тета, тогда это, с этой формулой тогда все просто. Тогда вот здесь я напишу при условии y1, yt минус 1, да, x минус g тета, умножить на вот это p, и еще умножить на вероятность породить y тета при условии x g тета равно s, ну и всего остального. X g тета минус 1 равно s штрих, и x минус g тета, да. И теперь смотрите, теперь вот это типа q с предыдущего шага, q t минус первое, ну точнее как, это не q с предыдущего шага, а это, смотрите, это вот q с предыдущего шага, q t минус первое, g s, там, не знаю, 2 штриха s штрих. Это была бы вероятность того, что xg t минус 1 равно s штрих, а xg t минус 2 равно s 2 штриха. Вот так. То есть, чтобы получить вот эту вероятность, надо на самом деле просуммировать q t минус 1 g s 2 штриха s штрих по s 2 штриха. То есть, типа, это общая вероятность откуда-нибудь дойти до штрих на предыдущем шаге, порождая правильные наблюдаемые. Но это несложно, это хорошо. Теперь вот это просто вероятность перехода, тут уже не важно, чему равны y, потому что мы знаем предыдущее состояние. То есть это просто p от, ну, на самом деле просто p от xg, n, как бы надо подставить сюда вот эту матрицу, которая нам дана, да, t минус 1 равно s' и x минус g, t и t, это нам типа дано, это все константы. А вот это, соответственно, там какая-то биномиальная плотность, получить y, t, t единичек, там, орлов, подбрасывая и t, t минус g, t, сколько монеток подбрасываю, и тета минус жита плюс еще может быть одну, если x жита тета оказалось равно i. И эти монетки мы подбрасываем с вероятностью ро. Вот. Вот такая получается, вот такая получается история. Такая получается вероятность q. Ладно, хорошо, предположим. Тогда вот мы запускаем такой проход слева направо. Это все очень похоже на те проходы, которые мы делали в скрытых марковских моделях. Это, в общем-то, они и есть. Вот мы запускаем этот проход слева направо, все получаем, получаем, получаем. И в самом конце у нас получается вот q, g, s, штрих, s, t большое. Это вероятности того, что x, g, t большое равно s, xg t минус 1 равно s штрих при условии y всех уже y, да, y1, yt большое, x минус g t это. Хорошо. Соответственно, как теперь посэмплировать новую траекторию при условии остальных траекторий? Ну, давайте посмотрим, как посэмплировать. Нужно взять, вот я буду ее сэмплировать так, я хочу посэмплировать p от xg при условии x
минус g это всех y и θ. Соответственно, я разложу так. P от x. Я опять разложу ее в произведение попарных. То есть я буду генерировать xg шаг за шагом, но я буду теперь генерировать в обратном порядке. Xg θ при условии всех остальных, извините, тут большой x, всех остальных x минус g и всех y и θ на p от xg t минус 1 при условии xg θ и всех остальных x и всех y и θ и так далее. И p от xg t первое при условии xg t теперь второе, там и так далее, xg t тета, x минус g t, y тета. Да? И вот смотрите, что это такое. Откуда это все сэмплируется. Вот эта штуковина, это просто фактически, вот смотрите, вот это у нас, вот это и есть, только еще, только есть еще переменная xg t минус первая, да? То есть вот это на самом деле, это получается, ну, давайте я отдельно напишу, вот p от xg t последняя при условии x минус g t y t. Это получается сумма qg s' и вот этот самый xg t по s' q с индексом t. Да? То есть это вероятность закончить состояние, вот, которое дано. Ну, давайте я даже так напишу, равно s, тогда тут будет s. Вот, вероятность закончить состояние s при условии всех уже наблюдаемых и всех остальных траекторий. Тут все сходится легко. А вот что дальше теперь? Чему равна вероятность x житого тетого равно s при условии там x житого t плюс первого равного чему-нибудь s штрих и всех остальных x-ов и всех y-ков, и всех t. А, ну и всех последующих еще x-ов, да, еще, да, вот это x, житое t плюс второе, там, и так далее, x, житое t большое, и x большое минус житое, и y, и t, да, вот очень много всего. Но вроде бы, это не страшно. Почему это не страшно? Сейчас, что-то все-таки... А, нет, наверное, это не страшно. Смотрите. Давайте так напишем. Это равно совместному распределению. Да. Совместному распределению. При условии всего вот этого поделить на p от вот этого, да, xg t плюс 1 равно h' при условии всего вот этого. Теперь смотрите. О, смотрите. Здесь никакого s и xg вот этого нету. Это констант. Я могу написать просто пропорционально вот этой совместной вероятности. Хорошо. А как бы мне эту совместную вероятность еще вычислить? А, ну хорошо, давайте я это сведу вот к этому. Значит, пропорционально. И напишем так, p от xg t равно s, xg t плюс 1 равно s' при условии y от 1 до t плюс 1, да, и x минус g t, и что осталось тут умножить на что?
осталось x житое t плюс второе и так далее, x житое t, да, и остались еще вот эти y с t плюс второго до последнего, и осталось, это тоже при условии x, не, непонятно, что-то не сокращается это все, странно. Ой, простите, коллеги, что-то я призапутался немножко. Сейчас, давайте подумаем. В общем, на самом деле должно получаться, что... на самом деле должно получаться, что это все как бы не важно. И это все как бы получается пропорционально просто q. Но почему, блин, это пропорционально просто q? Тут как-то прямо не очевидно. Сейчас, давайте сообразим. Давайте сообразим. Может, у вас есть идеи? Откуда у меня это должно получиться? Сейчас. Не, ну хорошо, Q, предположим, такие. Ну, Q никакие другие у нас просто не получится. А какие тогда? А какие тогда у нас на обратном-то проходе? Так, сейчас сообразим. А, так, я начинаю понимать сейчас. Или я не начинаю понимать. А, ну окей, ладно. Наверное, все-таки все в порядке. Значит, мне нужно воспользоваться вот всякой этой условной независимостью, которая есть в скрытой марковской модели. То есть, грубо говоря, я что здесь хочу сказать? Я хочу сказать... Сейчас, а что от чего тут не зависит? А, я хочу сказать, что... А, да, правильно. Пардон. Вот я где запутался, смотрите. Да, в чем ключевое соображение? Ключевое соображение вот в чем. Вот давайте я тут нарисую чуть подетальнее. Вот мы пришли в x там тетой, из него растет y тетой, отсюда x t плюс 1, и тут y t плюс 1. Во, сейчас все получится. Да, смотрите, в чем ключевое соображение. Извините, пожалуйста. Ключевое соображение в том, что когда я считаю p от xt при условии xt плюс 1 и всех y, да, то на самом деле, ну и там и параметров модели, то на самом деле, смотрите, вот если здесь мы знаем значение xt плюс 1, то все вот эти переменные уже будут отделены от xt этого по там, предположениям независимости скрытой марковской модели. Это, ну, это уже фактически направленная графическая модель, там, что-то
что-то где-то перекрыто, и все перекрыто. И XT с всеми этими игреками условно независим при условии XT плюс 1. То есть можно здесь оставить, если мы знаем следующий x, можно оставить только y с первого по тетой. Во. А остальные y уже закрыты вот этим x. Вот. Вот это ключевой момент на самом деле. И таким образом здесь, поскольку я опять же уже вижу, то есть, ну давайте я тут... Что я тут тогда напишу? Я тогда напишу так. Давайте. Первое равенство было правильное. Сейчас я его просто перепишу поточнее. Значит, пропорционально. Нет, сначала равно. Сначала по вот этой условной независимости. P от xgt равно s при условии xgt плюс 1 равно s'. И вот эти иксы тоже не важны, да, они тоже отделены от предыдущего икса, вот этим непосредственно следующим иксом. Значит, здесь остальные траектории, игреки здесь только с первого по тетой интересны, ну и тета, да. Ну и вот теперь уже можно написать, что это пропорционально... чему пропорционально? P от x gt t равно s и x gt t плюс 1 равно s штрих при условии вот этих вот только y и там остальных x и t. А вот это, о чудо, действительно в точности q. Извините, что я запутался. Тут, ну, вроде мы распутались. А это в точности q. Смотрите, какое q. Q t плюс 1 с индексами... g, s, s штрих, вот так. Вот. Ну и получается, что у нас... А что у нас получается? Получается, что для того, чтобы посэмплировать вот такую траекторию, мы делаем следующую вещь. Мы на первом шаге сэмплируем последнее состояние вот с такими вероятностями, а на шагах с второго по тетой мы сэмплируем справа налево по цепочке при условии состояния, которое мы только что просэмплировали. Ну и тут можно, видите, использовать просто вот эти вероятности Q. То есть мы типа выбираем из матрицы Q соответствующий нужный нам столбец, получается, и сэмплируем с вероятностями из этого столбца. Пропорциональным вероятностям из этого столбца. Вот, вот такая история. Хорошо. Значит, то есть, что мы научились делать, когда рассмотрели вот этот стохастический алгоритм Виттерби? Мы научились сэмплировать одну траекторию x-житого из, при условии имеющихся наблюдаемых и при условии... И при условии всех остальных иксов. Да? Да. Вот. Что мы будем делать дальше? А дальше мы устроим сэмплирование по гипсу. Все очень так просто и прямолинейно, смотрите. Дальше мы... дальше у нас алгоритм такой. Вот какой у нас теперь алгоритм, смотрите. Алгоритм. На первом шаге мы инициализируем все траектории x1, x2 и так далее, xn. Инициализируем как-нибудь, но вот что важно при этом понимать, это то, что как мы их инициализируем, должно быть совместно, должно соответствовать... Чему должно соответствовать? Должно соответствовать данным. То есть так, чтобы y1 и так далее, yt большое могли получиться. Не так важно,
Какое там будет правдоподобие, мы его потом исправим. Но важно, чтобы не ноль. Потому что если ноль, тогда, конечно, беда. Вот. А дальше, на втором шаге мы повторяем вот такую штуку. Значит, повторяем, выбираем G, ну, или мы идем по G по кругу, или мы выбираем G случайно. Строим матрицы Q, там, как это сказать, Q, G, T, T, которые состоят из Q, G, T, S', S, T, по S, S', ну, для всех T от 1 до T большого. И сэмплируем последовательно новую траекторию x gt из распределения p от x gt при условии всех остальных и y и тета, ну, пользуясь матрицами q, да, вот по этому вот стохастическому алгоритму Виттерби. После чего, соответственно, заменяем xgt на новый в нашем множестве траекторий, ну и повторяем это еще и еще. А когда это дело достаточно долго происходило, и когда это дело в каком-то смысле заканчивается, да, что мы должны сделать дальше? Мы должны потом обновляем параметры модели. Ну и как мы обновляем параметры модели? Как мы обновляем? Давайте об этом я вам скажу после перерыва, потому что в нынешнем митинге осталось 30 секунд, так что уже, наверное, проще просто его закончить и сделать перерыв. Минуток на 10-15, как обычно. Ну и, видимо, мы сегодня вот этим SIR-ом и будем заниматься. Вот. Перерыв. Спасибо.